Сегодня у нас, смотрите, сладкое пиво. Сладкое, как хлеб. На вкус, наверное, как земля. Как вы можете видеть, оно называется Пахом Темный. Темный пахом. Курлык даже тут написано. Это означает, что мы выпьем, и сразу у нас будет курлык. Да, вот сейчас вот прям вот оно так оно и будет. Ну-ка, надо его вскрыть. Нечем открывать. А может оно так? Нет, хуй. Вы знаете, как глазом открывали люди в общежитии? Не видели? А-а-а. Я, честно говоря, боюсь, потому что вот на тапке оно есть. Но пробовало его на данный момент только 8 человек. Мы, получается, из тех, кто, скажем условно, штабка, там, ну, будем где-то 9-10. Пахнет хлебом. Сладким. Да нет, лично тебе я принес сладкий хлеб. Так, что ж. Ну, 0,33. Размерчик маленький, не пельмень, не здоровый, как пельмень. Много быть... Типа, не знаю. Наступает момент. Ну, я не боюсь. Ну, нахер. Отец. Ну что, давай делать курлык. 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 Все, погоны нам отдадут. Слушай, ну, как бы нормальное пиво. Хорошее. А алкоголь 7,5. 7,5 это... Нормально. Как я люблю. А спирт не чувствуется со слова совсем. То есть это как бы преимущество крафтового пива в том, что ты не чувствуешь спиртягу. Ну, наверное, да. Независимо от... Независимо от того, что я того. Сладкий хлебушек такой. То есть это Brown Ale, я бы сказал. Если я ошибаюсь... Нет. Темный, может быть, Dark Ale. Dark Ale, это вот как ты говорил, а что такое стиль? Ну, стиль – это вот, ну, стиль пива. То есть название может быть какое угодно. Там название обычно у них там хоть пиписьки-какашки, даже такое наверняка есть, если… Ну, а? Ну, Пахом не стал так называть пиво, он просто назвал Пахом Темный. И внизу курлык. Вот. Ну и с чем у тебя ассоциируется это пиво? Почему-то не с пахомом. Ну не с говном же, явно. Не с говном почему-то, понимаешь? Я что-то... Знаешь, как в «Гарри Поттере», если ты читал, там есть конфеты с разным вкусом. Ты можешь брать любой вкус, можешь попасть в вкус там говна какая-то. Там соплей, что-то такое было, вот. Джордж однажды попался со вкусом козявки из носа. Когда слушай, ну хороший темный эль. Вроде бы, да, нормальный, да? Но мне кажется, надо было им делать какой-нибудь сладкий, чтобы пах прям хлебом. Я чтобы... А он, по-моему, и пахнет хлебом на послевкусии. Вот когда ты сделал глоток, а потом постоял, попиздел, еще так почувствовал, что там на горле. И на горле вот этот вот хлебная корка такая. Ну, возможно. И такой, причем не черный хлеб, не бородинский, а вот как сейчас вот принято в фирменных магазинах, там типа какой-то такой. За 1000 рублей у этого. Ну, блядь. Одна буханка стоит от 550 рублей до 3200. Вот, пожалуйста, ценники. Да, этот, ну, скажем так, вкус того самого хлеба от Генри Стерлигова. И мы, не знаю, имеем ли мы право пиво с таким вкусом. Ну, я имею, видите, у меня вот пропуск есть. А из, прикинь, из Амстердама, да, такой пропуск? Не, в принципе, прикольно. В принципе, прикольно. Прикольно, прикольно. А, кстати, да, с чем ассоциируется? Все-таки, если уж не с пахомом, то с чем? С музыкой. Вот из музыки. Вот это прикол нашей программы. Я, честно говоря, прямо от души, вот от души чувствую как бы в некую... Это его музыка. Это она звучит в аду. То есть и музыка имеет так, некие градации, и вот это вот... Крафтяха, она тоже имеет какие-то некие градации, и они могут вот гармонично ассоциироваться друг с другом. Опять же, не в общей массе, то есть как бы это не в смысле, что у каждого так должно быть, а вот через личные, вот, личные ощущения, вот личные ощущения, если подумать, то вот это пиво у меня ассоциируется с Марком Бернесом. О! Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь.
если бы я знал, кто это такой. А у меня пусть будет... Я что-то вспоминал, какие я такие вот прям подходят, там порноавтоматы, что-то не то, и должно быть, блядь, какое-нибудь как раз там димедрольное пиво, там, думаю, пурген, наверное, тоже не то. Ас, это, наверное, тоже не то. Потом думаю, блин, может быть, это мавзолей мировой господства остальных химер. А? То есть у тебя напс мавзолей. А я просто другой музыки не слушаю, только панк-рок. Есть такое фиаско, блин. Что ж, это получается твоя личная внутренняя оценка. А почему с мавзолеем? Как бы из мелодичности или просто жесткости? Ведь жесткости нет, согласись. Вот в этом пиве нет жесткости. Вроде жесткости нет, но в то же время вставляет. О. А мавзолей он как раз такой. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Да, он вроде бы и не жесткий, прям, знаешь, прям что нихера не слышно, но в то же время прям как надо. Ну и оценка, соответственно. Не мавзолею, а пиво Пахом темный курлык. Так, ну четверка это точно, я думаю. Четверка. Да, наверное, просто будет четверка. Четверка. Тоже четверка. Согласен. Курлык, как говорится.